Хэштег «Грамотный край». Славянский район присоединился ко всекубанскому тотальному диктанту. Состоялся он 12 апреля. Краснодарский край уже в третий раз проверяет уровень знания по русскому языку среди молодежи. В нашем районе участие в написании диктанта приняли студенты разных факультетов филиала Кубанского госуниверситета. Опыт жизни и впечатления от всего увиденного понятия Отечества расширяют до границ всего государства. Но есть у каждой реки исток, маленький ключик, от которого все начинается. Текстом для проверки грамотности кубанской молодежи в 2017 году был выбран фрагмент произведения писателя и журналиста Василия Михайловича Пескова «Чувство Родины». Этот текст наилучшим образом отражает то, что диктант посвящен году экологии в России. Организатором детального диктанта является в нашем городе Управление по делам молодежи Славянского района и кафедра русской и зарубежной филологии в нашем филиале Кубанского государственного университета. По краю эта инициатива была Краевого студенческого совета. Именно благодаря этим ребятам у нас появилась такая традиционная акция. Для ребят основная цель – это проверка своих собственных знаний и такая вот инициатива, чтобы повысить грамотность среди учащихся. Студенты славянского филиала Кубанского университета принимают участие в тотальном диктанте не первый раз. Они говорят, что это трудное, но интересное испытание, так как тексты, которые подбираются для чтения, авторские тексты. Как следствие, они полны авторскими знаками препинания, особенностями стилистики и авторской орфографии. В прошлом году текст диктанта был посвящен Российскому году кино. Очень были яркие впечатления, потому что я сама себя, получается, проверяю на грамотность. И на самом деле я смотрю, что наоборот, с каждым годом я получаю большего развития, чем предыдущим, естественно. То есть я развиваюсь. В нынешнем году тотальную проверку грамотности в Славянском районе прошли порядка 70 человек. Ее итоги не повлияют на оценки в зачетных книжках. Но само написание диктанта является хорошим стимулом к изучению великого и богатого русского языка. Мария Горошкова, Георгий Калинин, Александра Тимовская. Программа «События».